Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. За счет денег, собираемых с владельцев большегрузов, в рамках системы «Платон» в ближайшие два года отремонтируют около 600 километров федеральных трасс и более сотни автомобильных мостов. В этом уверяет Российское министерство транспорта. Чиновники говорят, что при определении участков для ремонта будет учитываться мнение дальнобойщиков. Ну, спроси наших дальнобоев, они бы однозначно проголосовали за «Белую холуницу». Трасса 101. «Лада», «Хёндай», «Кия» – легковушки этих брендов давно уже пользуются наибольшим спросом в нашей стране. А вот какие марки наименее популярны? Ответ получен агентством «Автостат» в ходе очередного исследования. Специалисты изучили данные о регистрации авто за первые три месяца этого года. Итак, в пятерку самых невостребованных брендов попали «Крайслер», три китайских компании «GAC», «Бриллианс» и «Зоти» и «Фиат». В целом, китайский автопром пока довольствуется последними местами в списке, состоящим из 30 марок. Вперед заметно врывается лишь «Хавейл». Трасса 101. «Осторожно, впереди открытый люк» или «Осторожно, сейчас выскочит пешеход». Такие предупреждения от бортового компьютера автомобиля вскоре смогут получать российские водители, сообщают СМИ. Для этого надо будет подключиться к специальной системе. В какую сумму это обойдется и другие подробности пока неизвестны. Кроме того, электроника будет обучена прогнозировать дорожную ситуацию, сигнализировать о приближении спецтранспорта и так далее. Трасса 101. Компания Volvo не позволит своим автомобилям разгоняться свыше 180 км в час. Как не дави тапку в пол. Дело в том, что шведы взяли на себя обязательство способствовать снижению смертности в ДТП в мире. К тому же они хотят оснащать машины еще двумя системами безопасности. Первая будет автоматически снижать скорость вблизи школ и больниц, а вторая тоже снижать скорость, но в зависимости от дорожных условий. Трасса 101. X1, X2, X3 – дело дошло уже до X8. BMW собирается представить такой кроссовер в конце этого года или в начале следующего. По словам специалистов, это будет модифицированная версия X7 с роскошным салоном. Машину оснастят 8-цилиндровым бензиновым двигателем с двумя турбинами мощностью 625 лошадиных сил. Такой же устанавливается на топовую версию X6. Он разгоняет автомобиль до сотни менее чем за 4 секунды. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.